Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в God of War Ascension, Восхождение. Последнюю серию мы завершили на том, что вернулись из воспоминаний настоящие. Сейчас нужно решить головоломку. По сути, я понял уже, что делать. Короче говоря, нам нужно попасть вон туда наверх. Но у нас тут рвет человека напополам. Поэтому мы взяли с собой вот этого вот ханурика. Пока положим его сюда. Так, уважаемый, давай-ка ложись уже. В общем, вторая фурия еще более неприятная, чем первая. Потому что первая была просто такая, как это сказать, блевотная. Она, у нее из груди вылезали жуки и тому подобное. Вторая, она более хитрая. Она играет с нашим сознанием, наводит иллюзии. Так, а головоломка решается вот таким вот макаром. И с этой второй фурией на самом деле гораздо интересней играть, то есть противостоять ей, потому что вот эти вот ее загоны — это просто что-то с чем-то. Кратос то вспоминается в тот момент, когда его там воины посвящали, то видит свою семью. Это, на мой взгляд, более приятно, чем видеть гнойные раны, чем радовала прошлая фурия хроники Гека. Гнев сестер ужасен и бесконечен. Они ищут воина с белой кожей. Нужно возвратить кулак Ареса его хозяину. Клятву нужно сдержать. Да. Так, 5 глаз Горгоны. Сейчас у нас увеличится количество жизней. И это хорошо. Потому что жизни нам тут по-любому нужны. В последнее время стучат довольно сильно. Окей. Это точно надо записать. Запись. Записать. Надо записать. Да, ты спартанец, про которого говорил Оркас. Это точно нужно записать. Это точно нужно записать. Очередной безумец. Что за хранитель клятв? Я знаю, что он заплатил за содеянное. Он был первым избранным, но отец отверг его. Знаю, меня первого принесли фурии. Видишь, я веду записи. Оркас рожден здесь, и его матери стали... Они были справедливы, он сам весь исписан. Хоть и суровы. Это как-то связано с Аресом. Так обойтись с ним. Он их сын. Это не повод предавать своих. Предатель? Звучит знакомо, не так ли? Но все это ради тебя. Я не просил помощи. Но ты ее получил. Так, спартанец? Это важное дополнение к записям. Да, приятный человек. Он первый смертный, ввергнутый фуриями в узилище за нарушение клятвы крови. Чтобы сохранить рассудок, в плену он занимался тем, что вел хронику деяний сестер и их зловещих планов. Ну, как мы видим, рассудок сохранить это ему не помогло. Что ж, давайте двигаться дальше. Оркас, по сути, несмотря на то, что весь из себя такой положительный, наверняка подкинет нам еще коленца в будущем. А воин, насколько мы понимаем, он очень серьезный, потому что именно он должен был занять место Кратоса около Ареса. Вы видите, что там внизу? Сейчас будет мясо. Пойдем. Ох, ненавижу этих тварей. Да-да-да. Именно за это я ненавижу. Самое главное — разобраться с ней. Но я вижу уже, что не получится.
Тебали, ты подсмотри. Да, спасибо большое. Все. Все, всех взломали. Отлично. Да блин, я хочу просто Да не то, я хочу захватить, но. Ох, как этот ящик вовремя оказался под рукой. Ох, а ты кто такая? А, мы с такой же дрались. Неудачный исход. Конечно. Так, могут быть серьезные проблемы. Чё-то это совсем печально всё. Быстрая какая, да? Так, Гаргон, только не хватало твоего зрения сейчас. Закаменела, сволочь. Давай, родная, иди сюда. Сейчас кишки тебе выпустим. Вот нють. Да. О, жестоко. Ой, блин, это просто капец. К этому не привыкнешь. Так, все. Ну и хорошо. Я же говорил, будет мясо. Вот вам мясо. Так, больше тут ничего. Прикольно, а туда наверх мы в самом начале упрыгивали. Повторюсь, мы на этой локации уже были в самом начале игры. Мы тут гнались за первой фурией. А, похоже, мы сейчас туда же идем, да? Хотя там что-то может быть. Сейчас я посмотрю. Нет, ничего. Так, недолет. Назад никак не вернуться, посмотреть там ящики. Все нормально. Вы тут что, живые еще, что ли? А, какой живой. Вон над ним мухи там летают уже. Так, знакомые места все. Вот мы пришли, похоже, к этому самому. Смотри, опять длань. Через эту руку мы и пройдем. Прям через кисть. Оркусу удалось сбежать. Он намерен предать своих матерей. Он приходил ко мне перед рассветом. От глаз Оракула не скрыться. Ее взгляд горит испепеляющим огнем истины, сказал он. Если ни радости плоти, ни слава не могут тебя соблазнить, остается один путь. Это как-то совсем нехорошо. Это Феникс, что ли? О, давай. Офигеть. Что он мне вынул?
Кровушка моего сына тебе не поможет. Твое сердце предаст тебя. Что он вырвал у этой твари? Кратос был близок к моменту... Сердце? Когда иллюзия потеряет власть над ним. Близок к поражению фурий. И к свободе, за которую он так отчаянно бился. Чем скорее мы минуем Делос, тем лучше для нас. Говорят, что он проклят. Жаль, что Делос не обойти с юга. Да, вот и оно. Или подожди, это другое. Я перепутал. Говорят, великий Архимед построил ту статую Аполлона. Зачем мы встали у этого острова? Пропал! Скорее прочь из этого места! Скорее, не то и мы погибли. Да, места явно не самые хорошие. Да посмотри, как красиво. Это какая огромная стопа. Офигеть, вот эти вот эпичные виды. Ну, где еще такое увидишь? Жаль, поздороваемся с местными. А, вы. Неприятный такой парень. Четыре сразу. Ну, да. Но если только так, с мечом. А по-другому это будет слишком печально все. Ломай к чертовой матери этих уродов. Хорош. Блин, я уже не могу просто. Этот звук у меня происходит по умолчанию. Да. Ой, не ту кнопку нажал. Ну ладно, нормально. Так, теперь ты сам. Это может быть даже более занятно. И подружки твои набежали, да, я смотрю. Тихо. Тихо, что-то какие-то совсем уже напряженные ребята. Ах, блин, снес мою энергию. Психопаты! Ты посмотри, а, офигеть. Сколько игр серии понадобится, чтобы враги наконец стали реагировать на удары так, как нужно? То бьешь одного. Ну, ты пухный. И он лупит тебе. Ни в чем не бывало. Так, иди сюда, родной. Ah!
свидания. Меч себе возьмите свой. Че, вошло? Не. Пойдем со мной, погуляем маленько. Фух. Ну это был интересный бой. Не такой, как предыдущий. Там было тупо мясо, а тут по тактике. Хотя, конечно, толпой наваливаются временами. И все равно круто. Жизни. Так, и копье. Копье я люблю. Ой. Ребята не ушли. И прямо у нас главное. Что за день? Ну да. А мы все починим. Нам плевать. Круто. Так, ну что тут? Что мы тут делаем? Такое ощущение, что я что-то еще не допилил. Может такое быть? А, нет, он туда зацепиться надо, похоже. Или как-то... Нет, что-то я делал не то. Давайте сходим сюда, тут посмотрим. Но, судя по всему, все-таки там нужно что-то решить. Подожди, я понял. Примерно вот так. Блин, это круто. Пока что главная фишка этой серии — это именно этот амулет. Он просто реально делает игру раз 500 круче. Отлично. Козлы. Это нам пригодится. Вам неинтересный противник, согласитесь. Сейчас баранина жареная будет. Да, ёлы-палы, ну. Тихо. Бронированные какие. Отлично. Так, минус одна главная боль. Давайте еще. Еще, хорошо. Huh.
наловил опять смотри. Так, и по новой. На раз. И на два. Блин, зверин не дали использовать. Да, блин, бесисты уже, ну. Хорошо, парочку пожарили. А тебе что-нибудь оторвем? Нормально. Побольше никого нет. Ой. Так, это что? Тихо, тихо. По-моему, проще было шагнуть в сторону. Это же Кратос. Да, им это явно понравилось. Зато пришел Талос. Это тоже приятная, надо сказать, встреча. Так. Против вас, слышу, я думаю, будет ледяным набраться, потому что у нас то ли огонь, то ли электричество, не поймешь. Но явно противоборствующие стихии. Так, у них одурил, поэтому... Ну, нафиг. Все пропустило, нет? Болезненно. Один приехал, только добраться до него надо. А, не успел. Так, нехорошо. Да. Давай ставлю пока. Все. Нормально. С одним уже не так сложно. Раз, два. Ой, не та кнопка. Сам по мордасам получил. Первый, второй. И все. Конец. Хэппи-энд. Фух, прикольно. Пока что самые любимые противники вот такие вот. Медленные, мощные. Ну что, давайте. Че? Что-то там сзади. Звуки какие-то были. Давайте на этом, наверное, закончим. Мы, как вы видите, добрались до ногтей. Это подошвы. Я так чувствую, мы будем подниматься туда наверх всю следующую серию. При этом нас будет атаковать Кракен. Короче, опять что-то интересное. Все как обычно. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.